Доброе утро. Вот это наш цирк. Куда я иду? Сегодня у нас что, 9 мая, а я куда иду? На работу. У нас этот день не праздник. У нас это обычный стандартный рабочий день, не выходной. Не выходной, не праздничный. В транспорте людей полно. Все едут на работу. Одну только увидела женщину с гвоздичками. Наверное, к памятнику поедет. Но неизвестно. Я знаю, что в прежние времена там разгоняли от памятника. Не знаю, не буду врать. А то скажут, что ты сочиняешь. Я знаю, что какие-то года, по-моему, пару лет назад или когда, так люди хотели идти к памятнику. Им не давали. Не знаю. А потом писали, да никто никому не запрещает, все ходили, кто хотели. Однако из других источников вроде бы как запрещали. Ну ладно, не буду разгонять, а то опять мне что-то припишут, что я там за тех, за сех, жду тех, жду сих. У нас же люди так не понимают и приукрасят, прибрешут что-то, прифантазируют. Вот так с утра город выглядит. Сегодня довольно неплохо, так солнышко. Конечно, лучше по такой погодке в парк пойти, чем на работу. Ну, что поделаешь. Буду идти грошики зароблять. С неба ничего не падает. Вот бы лежать на диване, и чтобы на карточку падали деньги. Вот было бы хорошо, правда? Так, наверное, каждый мечтает. У некоторых так получается, вы знаете. Да, у некоторых так выходит. Вот это вот магазин Добробут называется. Ну, я люблю такие магазинчики. Всякая тут дребедень продается. Иногда вроде кажется, да, мне ничего не надо. А потом захожу, начинаю смотреть и думаю, а может что-то и надо? Ну вот всякие ножички для кухни, там всякие какие-то отрезалки, вырезалки. Вот что это? Я так думаю, это кто кремом розочки разные делает. Да, по-моему. Это цветочки делаются, крем выдавливается и сразу лепестками делается. Ну, это не для меня. Вот это вот хорошая такая открывачка, точилка для ножей. Вилочки симпатичненькие. Вот я смотрю, тут рюмочки разные, стаканчики. Ну, вот формы есть так интересненькие. А вот тут стаканчик такой квадратненький, квадратный. Ну так, прикольненько, прикольненько. А тоже он разные чашки, блюдечки, салатницы, тарелочки. О, креманка какая, да? Мороженое в нее положить. Вкусно, с вареньем. Тарелки. Вот так смотрю, так нравится. Я б себе взяла, а потом думаю, ну куда? Ну хватит, Марина, есть у тебя там две тарелки, хватит. Сколько тебе там надо? Это раньше, когда гости приходили, целые 2-3 стола вместе ставили, тарелок не хватало. А сейчас наоборот, у меня были лишние тарелки, так я пораздавала. Я смотрю, тут полотенечек полно разных. Фиолетовые. Симпатичные такие, вот для кухни взять, допустим. И цена разная. Но это надо подумать, какие мне надо. Ну, тут банные. Ну да, для бани 299. Но это тоже надо смотреть по плотности, какие потоньше, поплотнее полотенечки.
Вот постельное белье 1198. Ну, я правда не знаю, что туда входит. А вот посмотрите, что это такое? Модельная обувь. На выход. Надо брать. Ну, что тут еще такое? Штаны. Прощай, молодость. Вот такое. То швабры, то метелки. Моющего здесь хорошо. Выгодно бывает купить какое-нибудь моющее. Я иногда так покупаю. Дешевле, чем где-то. Ну и так, глазами пробежаться, что еще тут. В общем, ерунды всякой тут полно. А почем ты, Иоанн, ваши? 25. 25 это один, да? Веточка. Там у нас под вашим веточкой. Ну, тут одна вот эта штучка. Один. Ну, я тебе кучку насыпала. Что ты с моей кучки ешь? Обслюняешь все семечки. Ешь. Любитель семечек. Кушай, кушай. Ну, только что ты с моей кучей берешь? Все обслюняешь. Ты ж плюешь туда. Ну, вкусно. Ну да. Вкусно. Семечки. Ты что, с лужпайками их ешь? Что-то плевала, теперь прям с лужпайками. Главное, я ему почистила, зернышко не захотел. А вот так со шкарлупками очень даже вкусно, да? Вот уже чудо-юдо. Чудо-юдо, а не кот. Барсик, ешь. Да. Мы как с тобой какую-то баба с дедом на заваленке, да, сидят и семечки грызут. Все, поел, пошел.